Вот Лизочка припарковалась. Вот так вот мы стоим. Ну, приземлились мягко. Тут же остановился джипик. И добрый дядечка собирается нас вытащить. Потому что Лиза попробовала задним ходом сама, и ничего не получилось, как ни странно. А всего-то хотели покушать пирожков на обочине. Вот, обочина вроде ровная, а нифига. Лиза должна набираться опыта. Хочет помочь. Не понял. Он развернется. Вот она. Мастер за рулем. То есть без руля. И без ветрил. Ну, ладно. Микроуроки тоже нужны. Колеса поставили ровно, как сказал мастер.
Слава богу. Всего лишь такая ямка и столько ощущений.